Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банк в описі під відео. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Олександр Морозов, політолог, науковий співробітник Карлового університету з Праги. Олександр, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Ну, раз уж вы в Праге базируетесь, то я не могу не спросить, прочитала на этой неделе новость о том, что после почти трехлетнего перерыва Чехия планирует вернуть своего посла в Москву. А что произошло? В чем причина? Ну, это не внезапное решение. Дело в том, что в течение года шли обсуждения того, надо ли возвращать посла в Москву для Чехии, поскольку в Чехии находится посол Российской Федерации. Не было такого разрыва. Чехия в одностороннем порядке отозвала своего посла в свое время. Была дискуссия. Одни говорили, что посла необходимо вернуть в Прагу, прошу прощения, в Москву. Ну, поскольку и остальные европейские государства сохраняют своих послов и свои посольства в Москве. Другие говорили, что у Чехии настолько плохие отношения сейчас с Российской Федерацией, что нет смысла отправлять посла, надо подождать изменения климата, так сказать, политического. Ну, неопределенно долго. Но принято было решение посла вернуть. За этим нет никакого изменения позиции Чехии в отношении Москвы. Позиция чешского правительства остается последовательной в отношении путинизма и в отношении агрессии. Так что здесь нет какой-то большой такой новости. Но я так понимаю, что посол будет новый. Он, я не знаю, можно ли называть это политическим назначением, но этот человек ранее занимал пост заместителя министра обороны. Да, конечно, так и есть. Да, это бывший заместитель министра обороны, что вполне естественно для ситуации, когда Чехия является очень активным членом глобального альянса поддержки Украины. И ну, тут многие помнят, что отношения Чехии и Москвы осложнились еще до начала полномасштабной агрессии из-за расследования взрыва складов в Рбетице, когда был большой скандал. Была большая высылка дипломатов с обеих сторон. Тогда из Праги было выслано 70 человек из посольства, из российского. И, ну, собственно, на этом уровне все и заморозилось. Так что новый посол, да, он бывший, он военный в прошлом. Хорошо. Вы сказали, что не стоит это расценивать как какой-то определенный откат в лучшую сторону в отношениях Праги и Москвы. Мы, возможно, еще вернемся к этой теме чуть позже. Я сейчас хотела поговорить о том, как Северная Корея вступает или не вступает в войну. Но, по крайней мере, в украинской разведке говорят, что к 1 ноября там 10-11 тысяч корейских солдат могут оказаться на фронте. На этой неделе также приближенные к российскому Минобороны распространяли видео на каком-то якобы полигоне, где корейские, севернокорейские солдаты собираются на фронт. Я не видела определенных заявлений со стороны, например, Вашингтона. Там только говорят, что они обеспокоены такими сообщениями. Но, тем не менее, как вы оцениваете ближайшую роль Северной Кореи в войне? Является ли это такая просто демонстрация картинки, чтобы напугать? Или Северная Корея может стать на самом деле такой сильной помощью в виде живой силы, что называется, для России? На мой взгляд, это как бы и так, если отвечать на вопрос, который вы задаете. Почему? Потому что в данный момент, несомненно, это некоторая запущенная такая информационная такая как бы волна. И цель ее, с точки, если говорить о Кремле, который поставил там какие-то видео, понятная. Кремль заключил так называемый договор о всестороннем стратегическом сотрудничестве с КНДР. Кремль также анонсировал, что такой договор будет с Ираном, и работа над ним идет, и якобы в ближайшее время он будет подписан, может быть, даже вот сейчас во время 22-24
октября, может быть. Но и Кремль стремится продемонстрировать. Посмотрите, вот мы подпишем такие всеобъемлющие соглашения, предполагающие полное военное союзничество с КНДР и Ираном. И тем самым, значит, мы будем, ну, более угрожающей силой для Запада, чем были до этого. Так что это одна сторона. А вторая сторона, что, честно говоря, мне кажется, вполне реалистичным участие северокорейских подразделений со стороны Кремля в этой войне. Я не вижу здесь, почему это не должно было произойти, потому что такой шаг со стороны Кремля – это как бы следующий этап эскалации. То есть так все это и читают. Если северокорейские подразделения участвуют, то, ну, будем считать, что это некоторый такой несимметричный ответ Кремля на вторжение в Курскую область. Нетривиальный ответ. Последует ответ со стороны Украины, несомненно. То есть ясно, что будет обсуждаться возможность расширения участия иностранных военных на стороне Украины. Почему нет? И, собственно говоря, план, который президент Зеленский озвучил, он в Кремле так и читается, как расширение, да, ближайшее расширение, если план будет реализовываться, расширение участия военных стран НАТО непосредственно на территории Украины в этой войне. Так что я думаю, да, следует ожидать, мне кажется, что вот эти сегодняшние сообщения, пока еще не до конца понятные, и масштаб непонятен этого участия, но северокорейского, но тем не менее у него есть определенные перспективы. Кстати, ну давайте, может быть, все-таки о масштабах как-то попытаемся. Ну вот что мы знаем про севернокорейскую армию? Что там около миллиона, да, количества, так, в армии. Есть ли понимание, сколько тысяч, в принципе, Северная Корея может, что называется, одолжить или подарить России для того, чтобы привлечь этих военных к войне? В Киеве мне приходилось слышать цифру там 10-20 тысяч, но и военные, кстати, эксперты говорят, что это тоже такая неплохая сила, если бросить ее на какой-то участок фронта один. Но тем не менее, есть ли у вас понимание окончательных масштабов? Нет, конечно, сейчас никто на этот вопрос не ответит, потому что под вопросом даже пока и участие 10 или 20 тысяч, поскольку требуется время, и сказать, что они могут, на мой взгляд, сказать, что они могут прямо с 1 ноября участвовать в боевых действиях, нет, это невозможно, потому что этим подразделениям, если они будут участвовать, требуется, так сказать, очень большая, глубокая работа по, так сказать, координации со всеми российскими военными протоколами, и это не так просто. И поэтому я бы сказал так, что если Кремль скорее заинтересован как бы в таком, на мой взгляд, в ограниченном участии, который будет демонстрировать всему Западу и всему миру, что вот всестороннее сотрудничество развивается, значит, мы будем это продолжать и дальше. Но при этом Кремль, конечно, не захочет быть настолько глубоко обязанным северокорейскому руководству, чтобы закачивать на свою территорию там 100 или 150 тысяч северокорейских военных. Но тем не менее, если это произойдет, этот жест, может быть, не такой важный с военной точки зрения, будет очень важен, потому что, глядя на это, все немедленно будут задавать вопрос, а что иранские военные тоже могут в рамках такого договора участвовать в войне на стороне Кремля, подразделения целые как бы. И это будет демонстрировать то, что вот этот альянс, так сказать, темный альянс мрачных диктатур, как бы Иран, Россия и КНДР, что он вот состоялся в военном смысле. Но это будет очень важный вызов дальнейший для новой администрации Соединенных Штатов и вообще для ближайших соседей, кстати говоря. На все это, конечно, смотрит Япония, Южная Корея. Китай на это смотрит, несомненно, с некоторой тревогой, потому что понятно, что все эти страны региона привыкли к тому, что да, имеется такая северокорейская политика, и в том числе военная политика, но такого не было.
И это меняется. Александр, ну мы же можем констатировать или быть уверенными в том, что все-таки Северная Корея идет на этот шаг с молчаливого или немолчаливого, но все-таки с согласия Китая? Непонятно, честно говоря. Нет, вовсе не обязательно. Угу. Тем более, что мы сейчас видим? Мы пока видим, я думаю, что это обсуждается в Китае сейчас, как бы в руководстве Китая. Что мы видим? Мы видим пока кадры того, что северокорейские военные в рамках нового договора, возможно, участвуют в каких-то учениях на Дальнем Востоке. В этом нет ничего особенного, поскольку и Китай участвует в совместных учениях с российскими войсками на Дальнем Востоке, в Тихоокеанском регионе. Ну и, в общем, там это не редкость. Вот если начнется участие их в военных действиях, да, это тогда будет другая ситуация. Здесь ясно будут все спрашивать, и в том числе будут спрашивать и Китай, и страны Европы, и Соединенные Штаты. А вы как бы одобряете это? Вы на это смотрите как на что? Как бы такое расширение присутствия. Военные. Давайте представим себе, что северокорейские солдаты в том или ином количестве, там 10, 20 или больше тысяч, все-таки появятся на фронте. Меняет ли это кардинально, может ли, точнее, это изменить кардинально позицию Запада по поводу усиления Украины или формированию более сильной коалиции? Ну, она уже есть коалиция, но все-таки претензии украинской власти являются в том, что вооружение приходит в недостаточном количестве, что приходит медленно, а тут еще и формируется такая ось зла, и это не только Россия, это еще Северная Корея и Иран. Так давайте, если уже так, так давайте и вы нам, может быть, больше оружия и, может быть, даже там своих инструкторов или военных. Ну, то есть вот если сейчас очевидно будет видно, что КНДР в войне и еще там Иран где-то, ожидаете ли вы каких-то изменений в помощи Украине? Ну, во-первых, будет очень большое обсуждение. Если все это так, то начнутся консультации довольно существенные, потому что это меняет, это поднимает войну на следующий этап в глобальном смысле. Идущую войну, будут обсуждения. Я не сомневаюсь в том, что Украина будет предлагать, я уже видел публикации, что такие идеи выдвигаются, и будет предлагать прямую, открыть дверь для того, чтобы там интернациональный легион превратился из легиона в, так сказать, в возможности рекрутирования иностранных военных в массовом порядке, для того, чтобы создать противовес этому. Поскольку Украина, если Россия прибегает к пополнению своих вооруженных сил за счет каких-то стран, то Украина, конечно, совершенно вправе на это отвечать. И это будет обсуждаться. Это будет обсуждаться в том числе и в европейских столицах и так далее. Это будет важный следующий шаг такой во всем этом. Помощь Украине. Но все-таки мы понимаем, что это фундаментальный момент, что возможности расширения помощи, они посчитаны уже во всех отношениях, и в финансовых, и в мощности производств, которые производят вооружение. И уже как бы проведена ревизия, в том числе, кстати, вот при участии Чехии, ревизия старого какого-то вооружения на разных складах в разных странах. И сказать, что страны глобального альянса могут как бы, там, скажем, в два раза, да, или резко увеличить помощь. Нет, конечно, это невозможно. Это объективные обстоятельства. Но, тем не менее, да, несомненно, если северокорейские военные будут участвовать, и если договор с Ираном о всеобъемлющем сотрудничестве примет как бы характер каких-то действий, которые влияют на эту войну, которую Кремль ведет, то да, это, конечно, вызовет очень большие, на мой взгляд, изменения в глобальном альянсе поддержки, будут искать новые возможности и будут гораздо серьезнее относиться и к тому плану, который, собственно, ну, вот стратегическому, который Зеленский забросил на обсуждение, то есть он... Да, забросил на обсуждение. Пока что мы не видим каких-то решений касательно этого плана, но я видела, что уже
медиа начинают писать о том, что якобы в Вашингтоне нет каких-то принципиальных возражений против официального приглашения Украины в НАТО. Верите ли вы в то, что это приглашение может прозвучать, ну вот, к примеру, даже, может быть, до американских выборов? И тут второй сразу вопрос. Если такое случится, какой может быть реакция Кремля? То, что для Кремля это болезненно, это 100%. Потому что, собственно говоря, не вступление Украины в НАТО, один из пунктов, мы это знаем хорошо, так сказать, путинской концепции окончания войны. Никакого НАТО для Украины, ни при каких обстоятельствах. И не только НАТО, но, как мы помним, там сказано, что и должна быть демилитаризация, нейтралитет Украины и так далее. Поэтому любые шаги в направлении НАТО, да, они, конечно, очень сильны и очень болезненны для Кремля. И на Западе это понимают, конечно. Вот. Но у меня нет сейчас никакого колебания в отношении того, что будет дальше. Сейчас пойдет, это будет не сейчас, конечно, никто сейчас не даст таких обещаний, но предложение президента Зеленского, оно интенсифицирует дискуссию. То есть, как бы он так поставил вопрос, что на него надо отвечать. И вот начали отвечать. Значит, сейчас еще не ответили там ни Турция, ни Венгрия, да, но все уже говорят, а вот какой будет позиция Турции или Венгрии? А вот посмотрите, позиция Германии и Франции позитивная, то есть Франция и Германия готовы, а вот якобы США и Великобритания пока не готовы. Это очень хороший процесс обсуждения, который на наших глазах быстро ведет к тому, что возникает консенсус о том, что да, надо. Независимо от того, что идет война, и независимо от того, что ранее таких шагов не делалось в отношении воюющих стран, что да, надо формулировать очень четкую гарантию того, что Украина будет в НАТО. То есть так, чтобы это ясно читалось. Я думаю, что здесь победит, эта идея победит, потому что приглашение Украины в НАТО, оно будет очень важным жестом со стороны глобального альянса, который показывает Кремлю, сколько бы война ни велась, что бы вы ни делали в Москве, там, какие бы северокорейские войска вы ни привлекали, цель, которую вы себе ставите, она достигнута не будет. Это фундаментальный момент. То есть Кремль не достигнет своей цели. Украина, либо она будет в НАТО, либо, так сказать, за какое-то обозримое время построится какой-то альянс, создающий военные гарантии для Украины. Я думаю, что если он будет создаваться, то президент Зеленский должен последовать этой логике и соглашаться. Украина должна соглашаться на любой альянс военных гарантий. Но именно поэтому сейчас очень ценна эта такая резкая постановка вопроса о членстве в НАТО со стороны Киева, потому что вот нет, в ноябре и до выборов американских никто ничего не предпримет, и больше того, в этом направлении дискуссия будет идти, ну, на мой взгляд, до середины 2025 года точно. Ну и тут я так понимаю, что все-таки если в Вашингтоне, в Белом доме и не осталось каких-то принципиальных возражений, и даже если Джо Байден принял для себя решение пригласить Украину в НАТО, то все равно он это сможет сделать только после того или в случае, если на выборах победит его соратница Камала Харрис. Если же нет, то все эти, ну, разговоры, их придется как-то, что называется, перепридумать, да, ну, потому что это уже новый расклад сил. Но вот вы говорите, что для Кремля это очень болезненно. Но ведь и приглашение не означает вступление в НАТО. Ведь, как сказал Зеленский в Верховной Раде, что пригласить — это просто проявить жест решительности, не более того. И вот не посмеются ли просто в Кремле из такого жеста решительности? Они скажут: а, пригласили, ну еще годик-два, мы тут за годик-два еще столько всего успеем сделать там на поле боя. Что значит болезненно? Ведь это же никак не отразится на ситуацию здесь и сейчас. Да, это так, конечно. То есть это будет элементом такого дальнейшего ограничения, такого долгосрочного ограничения, как бы, возможности Кремля. Безусловно, на здесь и сейчас такое приглашение не отразится. Единственное, что можно сказать, что если приглашение состоится,
то можно себе представить дальнейшее расширение просто военного сотрудничества с НАТО. Оно и так на очень высоком уровне. То есть, собственно говоря, надо сказать, что база в Висбадене, она в значительной степени и создана уже как элемент как бы будущего вступления Украины в НАТО, потому что это большой серьезный шаг, так сказать, создание такой... такого уже не просто логистического центра для войны, а долгосрочного центра подготовки, переподготовки и координации усилий. И надо сказать, что для Кремля, ведь я думаю, что в Кремле тоже читают сейчас внимательно и видят, что Зеленский предложил вот эту идею создания как бы, на территории Украины систем сдерживания в отношении России, неядерного сдерживания, они читают тоже это как нечто весьма болезненное для себя. Почему? Потому что до сих пор как бы все инструменты сдерживания находились на территории восточного фланга НАТО и на территории там, ну, Польши, стран Балтии, Северной Европы и Румынии. Если, скажем, и об этом тоже сейчас будет думать и старая администрация в Вашингтоне, и новые, и все европейские крупные страны. Это сейчас обсуждается. Значит, а если переносить элементы противоракетной обороны НАТО на территорию Украины, включая ее тем самым, как бы, так сказать, заводя ее под зонтик этого сдерживания, да, это новая ситуация. И я бы сказал, что... Ну да, сейчас нет инструментов завершить войну и нет инструментов обрушить Путина прямо сейчас. Но, тем не менее, вот эти все идеи, они, на мой взгляд, создают какую-то новую возможность. И последний вопрос. Я обещала, что вернуться еще к тому, кто и как пытается наладить какие-то контакты с Путиным. Мы вот видели, что 16 октября, по-моему, когда немецкий канцлер Олаф Шольц выступал в Бундестаге, он сказал, что он открыт каким-нибудь, ну, к разговору, скажем так, с Путиным. Перед этим немецкие издания писали, что Шольц готов поговорить с ним по телефону. Немецкие политологи, с которыми я говорила, они считают, что это такая внутреннеполитическая игра Шольца. Как вы думаете, что стоит за этими заявлениями Шольца о его готовности говорить с Путиным? Да-да, я тоже так считаю, глядя отсюда. Из Чехии я видел это заявление. Оно, как часто бывает, надо сказать, что даже Кремль прокомментировал, Песков там откликнулся на это. Но это все реакция на заголовки. В реальности Шольц не выражал никакой инициативы этим заявлением, что он хотел бы поговорить с Путиным или планирует поговорить с Путиным. Он по существу действительно во внутренней политике отвечал на вопрос той большой среды в Германии, которая является сторонниками мира и сторонниками дипломатии. И в ответ на это он сказал, ну, примерно так, как иногда говорит и президент Байден. То есть то, что касается ядерного, например, как бы ядерного сдерживания или проблем разоружения. Что да, мы в любой момент готовы как бы начать какие-то переговоры. Но это не означает, что этим выражается какая-то воля к переговорам. Нет, Шольц достаточно, на мой взгляд, последовательно стоит в Европе в этом отношении. И от него не приходится ожидать какого-то компромисса с Путиным. Тем более такой компромисс означал бы развал сложившейся всей концепции в Европе. И все ее придерживаются. Все крупнейшие страны экономики, даже Италия и Испания, не говоря уже о странах Северной Европы. Так что здесь нет ничего того, что требовало какого-то бы особого внимания в этой реплике Шольца. Спасибо. Олександр Морозов, політолог, науковий співробітник Карлового університету Прага. Ми говорили про можливу реакцію Кремля на план перемоги від Зеленського, зокрема запрошення України до НАТО, і говорили про роль КНДР у війні Росії проти України. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.